Сбываю все подряд. А, про то, что я боюсь скриптонита, я не понял сначала, долго не понимал. Потом мне это уже сказала кто, по-моему. Бля, не помню, кто сказал. То ли Ильдар, то ли ДК, то ли... Нет, или кто-то... Бля, короче, кто-то мне сказал, скинул трек мне, один из новых, из нового творчества. Я послушал, подумал, что, ну, типа, манера вот эта голоса вот реально похожа, да. И, ну, типа, я признаю, хорошо, похоже, ебать. Я скриптонита очень уважаю, но, к сожалению, я не слежу абсолютно вот за творчеством его уже, наверное, где-то полгода, я хуй знает, год, может. Ну, то есть я знаю, что... Я просто знаю, что он как... Ну, даже не то чтобы знаю, я вижу, что он как личность очень клёвый человек. То, что он сам пишет музыку, сам сводит, да, сам все. Это мне это вот, очень большое уважение вызывает. Но, к сожалению, за музыкой его я не слежу. Если можете посмотреть во всех интервью или что-нибудь такое, я всегда называю лучшим рэпером скриптонита именно за то, что он полностью сам обеспечивает все авторство. И звучит намного интереснее, чем весь рэп. Но я, к сожалению, не слежу за его музыкой. И когда мне скинули, я послушал и действительно понял, да-да-да, окей, я согласен с вами. Я не буду это отрицать, мне похуй вообще.